Я купил вот такую пошивку из Майдомальца. Вот уже из трех сделал. У меня есть вот такая и вот такая. Сейчас вот я собрал почти такой же трек, и сейчас будем запускать ее целую штуку. Ну, а покажи инструкцию, как там показано. Я уже показал, 23. Я купила из Макдональдса, Ну, где покажи на камеру, покажи. Вот на она. шифте король ночных трасс, так. И у него есть такие, у меня есть вот такая и вот такая. Это самая первая, это вторая уже. Я ее самую сегодня. И смотрите, смотрите, заезд мой. Вачу гоу! Машина очень быстрая, и она... Сейчас посмотрим, что делает. Заливай. А, вот. Забыла вам показать. Вот. Есть пункт номер два. Она должна пуститься с этого трека. Как бы он выбрался через эти заборщики. Видите? Все, Они да. открывают. Сейчас покажу, как она будет с этим закрытыми быть. Она вне. Сейчас покажу. Но она очень крутая зато. О. Все. На ручку мы вообще сделали его. Это как вот коробка. По-моему, Она туда не улетала. видео И не. смотрите. А у вас какая машина есть? Такая. Жду вашего ответа. Ясно. У вас есть такая, а у меня есть такая. И кто нам комментарий делал? Ой, забыл представиться. Ну, давай. Меня зовут Дима. Сегодня видео будет. Смотрите, вы угадаете. Смотрите. У него мотор такой открытый, это КПшка и Купе. купе. Смотрите, купе, это смотри, как она быстро едет. Но она может сразу с управлением вот так и сделать. Видите, она может вот так и сделать, но у нее очень длинный бампер, что не проиграет. Но смотрите. Все, давай, видео заканчивается. Не, ну так быстро. Ну, смотри уже, дедушка. Что ты еще хочешь сказать? Хочу, чтобы играл. Так, смотрите. Пока у нас все нормально идет, я покажу, где у меня машина есть из конструктора. Вот. Вот эту я собрал, эту дедушка собрал. Вот мы, вот это наши машины, вот. Это идет в пузо, смотрите. Ой. Опять Ну все, завалилось. Так. видео заканчивается. Да нет, ты все видео испортиваешь. Так, дедушка. Ты говоришь, видео заканчивается. Ну, следующий будет ролик. Этот ролик уже. Давай, до свидания. Ну, до свидания. Ты все испортил, дедушка. Ну, бывает. Пока. А веселей. Если хотите, ставьте этому видео лайки. А если не поставите, тогда напишите, что у вас нет времени лайков поставить. Пока. Пока.